Во время тантрических ритуалов трупы ходят. Когда человек умирает, или врач констатирует его смерть, он еще не окончательно мертв. Примерно 5-7 минут он ведет себя как живой, а затем, истощившись, падает замертво. В Индии есть различные ритуалы, основанные на этом. Они проводятся в течение 14 дней после смерти. Как только тело оставлено, как только ноги отказали, вы не можете ходить. Мертвец не может ходить, не так ли? Но это неправда. Мы можем заставить их ходить. Это конек тантрических наук в Индии — заставить мертвеца ходить. Во время тантрических ритуалов трупы ходят. Их было много, но один случай исторически зафиксирован. Был один йогин. Таких было много, они есть и сейчас. Был йогин, который освоил то, что известно как Сурья Спарш. Что значит спарш? Прикосновение. Хорошо. Контакт или прикосновение. Это как солнечное прикосновение. Есть определенный вид йоги, который называется Сурья Спарш. Он освоил ее. Он был бонгом. Что значит бонг? Бенгалец. Он жил в Варанаси. И периодически ходил к своему гуру, изучал разные ступени этой йоги и шаг за шагом осваивал ее. Много раз он демонстрировал это на публике. И если ему приносили мертвую птицу, когда все убедились, что это точно мертвая птица, а не та, которая притворяется мертвой, действительно мертвая. Если она умерла в течение последних 3 часов, через 3 часа после смерти ее тело становится твердым. Трупное окоченение у птицы наступает гораздо быстрее, чем у человека. Потому что температура ее тела намного выше. То есть охлаждение и скорость наступления трупного окоченения у птицы намного быстрее, чем у человека. Итак, если вы принесли к нему птицу через 3 часа после ее смерти, тогда, используя обычную лупу, но не с прямым солнечным светом, а с отзеркаленным светом, который направляет внутрь помещения, он оживлял птицу. Она будет чирикать, садиться, ходить и летать. Полетает какое-то время, а затем рухнет и снова умрет. Когда люди спрашивали, почему ты не можешь вернуть ей жизнь, он отвечал: «Это все, что я знаю. Мой гуру может сделать это. Я все еще учусь». Но в то время ему было уже почти 70 лет. На его несчастье так случилось, что 7-летний мальчик, сын султана, в то время исламское завоевание уже произошло. Сын султана умер от какой-то неизвестной лихорадки. Во дворце слышали о человеке, который оживлял птиц. Они пришли к нему и сказали: «Иди и попробуй это на сыне нашего султана».
этот йогин никогда не стал бы пробовать это без присутствия своего божества. У него было маленькое божество и святилище. За пределами святилища он никогда бы не пытался совершить подобное. Он практиковал это только в святилище. Он сказал, «Я не буду делать такие вещи без присутствия моего божества». Божество для них не имело ценности, потому что они считали это поклонением идолу. Это энергетическая форма, которую он создал, из которой работает. Они сказали, «Мы перенесем это чертово божество во дворец». Йогин ответил, «Нет, его нельзя переносить». Они сказали, «Можно». И просто подняли его. Он начал плакать, «Не делайте этого». И когда они подняли божество и попытались тащить йогина, он сказал, «Я не пойду, я не буду этого делать». «Я не собираюсь этого делать». Когда они подняли божество и вынесли его, как какую-то безделушку, он разгневался. «Я не собираюсь оживлять сына вашего султана. Даже если бы я мог, я не могу, но даже если бы и мог, я не стал бы этого делать». Тогда они схватили его за волосы и потащили к султану. Йогин сказал, «Я не собираюсь этого делать», и они зарезали его прямо там. В процессе всего этого они уронили божество, и оно разбилось. У него было несколько учеников, которым он передавал это знание. Все умерло вместе с ними. Но очень ответственные люди четко зафиксировали, что он на самом деле много раз заставлял мертвую птицу, которая была мертва уже более 3 часов, подняться и летать в течение значительного времени, то есть более 1 часа. И он часто повторял, «Мой гуру может сделать так, чтобы эта птица прожила всю свою жизнь, сколько бы она ни продлилась. И мой гуру может сделать это даже с человеком». И таких людей было множество. Был другой йогин из Южной Индии. Тот птичий йогин был своего рода экзотическим йогином. Он не был йогином в общепринятом понимании. А этот как раз был традиционным йогином. Так что люди приходили к нему за благословением, и вокруг него происходило много всего. Он жил в юго-западной Карнатаке, где-то около Калигала. Вокруг него собирались люди. Однажды так случилось, что умер маленький мальчик. Безутешно плача, родители принесли его тело. Йогин посмотрел на их страдания и, вероятно, почувствовал, что мальчику не суждено было умирать, что это скорее была случайность. Тогда он обмакнул свой палец, рядом с ним стояла такая же лампа. Обычно почти у каждого йогина, который занимается определенными процессами, рядом горит масляная лампа. Он обмакнул свой палец в масло и помазал изнутри рот мертвого мальчика. И через некоторое время мальчик ожил и был совершенно здоров. Когда человек умирает, или врач констатирует его смерть, он еще не окончательно мертв. Смерть наступает медленно. Если вы еще не знаете, где эта девушка, она должна знать, дочь священника. Здесь есть сын или дочь гробовщика? Нет? Возможно, многие из вас уже знают, что после смерти у человека до 11 дней точно, чаще до 14 дней, растут ногти и волосы. Вы знали? Сколько из вас знали об этом?
Потому что смерть происходит медленно. Шаг за шагом. Она еще не завершилась. Выход жизненного процесса из этого комка Земли происходит шаг за шагом. Когда тело больше не может выполнять свои практические цели, когда оно неподвижно, легкие не дышат, сердце остановилось, и вас объявляют мертвым. Но вы еще не мертвы. Так что, используя то, что жизненный процесс еще продолжается, вы можете оживить тело и активировать систему. Именно благодаря этому тантрики заставляют трупы ходить. И это не редкость. Это вполне обычно. И иногда они делают это во время кремации. Было много случаев. Я лично не видел, но знаю людей, у которых нет причин лгать. Они действительно видели, как горящее тело встает и идет. Тело подожгли, оно горит, но встает и идет. Потому что когда начинается горение снаружи, жизненный процесс отступает вовнутрь, и возникает концентрированное пространство, где жизнь протекает более интенсивно. Они используют это и оживляют систему так, что это тело вдруг встает и идет. Примерно 5-7 минут тело ведет себя как живое, а затем, истощившись, падает замертво. В Индии есть различные ритуалы, основанные на этом. Они проводятся в течение 14 дней после смерти. К сожалению, большинство знаний, лежащих в основе этих ритуалов, утрачено. Сила, стоящая за этим, утрачена. И люди просто делают что-то ради заработка. Или просто ради того, чтобы сделать. Очень немногие по-настоящему понимают важность этого. Потому что жизненные энергии настолько глубоко проникли в каждую клетку тела, что убывают очень медленно. Не будет «пуф». Функционально тело может умереть, но не полностью. Оно умирает медленно. Поэтому мы хотим ускорить процесс. Мы не хотим, чтобы кто-то умирал медленно. Медленная смерть может быть мучительной, не так ли? Медленная смерть мучительна или нет? Это может быть мучительно. Поэтому мы хотим, чтобы он ушел быстро. Первое, что нужно — после смерти связать большие пальцы ног вместе. Вы делаете так до сих пор? Свяжите умершему большие пальцы ног вместе. Потому что если вы не свяжете их, нижняя часть тела начнет впитывать жизнь. Оно хочет жить, потому что не все клетки в теле еще мертвы. Они все еще пытаются жить. Они будут пытаться черпать энергию. Когда они пытаются черпать энергию, в тело проникают определенные силы. Вы не хотите, чтобы это случилось с вашим близким. В момент его смерти вы связываете большие пальцы ног. Теперь никакой внешней поддержки, и он идет гораздо быстрее. Затем вы омываете его водой. Потому что когда вы моете мертвого, допустим, кто-то пытается искупать вас и будет лить воду вам на лицо, вы почувствуете, будто вас хотят утопить. В детстве, когда мать купала вас в ванной, мы никогда не пользовались душем и прочим, мы лили воду сверху. Поэтому она всегда держала руку вот так, чтобы вода не попала на лицо, и вы не захлебнулись.
Но когда кто-то другой купал вас, просто обливал. Дети делают так. Да или нет? Так что если просто лить воду на лицо, этот мертвый парень захлебнется. Если происходит какая-то активность, все прекратится. Поэтому жить в блаженстве и умереть в блаженстве очень важно. Смерть — это не какая-то странная тема, о которой не следует говорить. Она прямо здесь надвигается на всех нас, не так ли? Ваша смерть медленно созревает, и однажды она завершится. Пусть это случится позже, но сейчас она созревает, не так ли? Поэтому, если вы очень правильно, абсолютно верно понимаете жизнь, вы можете выйти из тела полностью. Вы собираете все и уходите. Если вы уйдете так, тогда мы похороним вас. Мы не сожжем ваше тело, потому что не хотим тратить на вас дрова. Вы полностью вышли, спешить некуда. Мы можем оставить вас на день или два, а потом похоронить. Это культура, в которой мы абсолютно правильно понимали жизнь и смерть и относились к ним так, как и следует относиться. В течение первых 14 дней вы можете сделать очень многое для умершего. Эта культура росла, эта наука разрасталась в Индии, но затем была искажена. То, что было замечательной наукой, превратилось в торговлю, а торговля — в коррупцию. Сегодня, если у вас дома кто-то умирает, вы идете к людям, которые утверждают, что разбираются в этом. Они скажут: «Ваш дедушка хочет пить молоко. Пожертвуйте корову. Не литр молока, а целую корову. Идет дождь, дедушке нужен зонтик. Пожертвуйте зонтик. Ваш дедушка ходит по тернистым тропам. Ему нужна обувь». Что бы вы знали или не знали о своем дедушке, одно вы знаете точно — он оставил свое тело здесь перед тем, как уйти. Раз он оставил свое тело здесь, то зонт, одежда, обувь — так не пойдет. Да? Но, к сожалению, все стало именно таким. Поэтому сейчас мы обучаем людей оказанию такой помощи. Но вы никогда не должны делать это своей профессией. Если вы готовы оказывать помощь, мы можем обучить вас делать эти вещи правильно. Это очень важное для жизни дело. Это очень важный аспект. Когда кто-то потерял свое тело и совершенно беспомощен, ему нужна помощь. Ему можно помочь, но не грязными продажными руками. Ему могут помочь те, кто заботится, у кого есть необходимое понимание в этом. Если вы хотите пройти через подобное, то обучение доступно. Мы даже открываем наши крематории. В Коимбатуре у нас есть Иша Судукаду. Вы знали? Нет? Теперь вы хотя бы знаете, где умереть. И если кто-то из вас пройдет обучение, то сможет оказывать такую крайне важную помощь. Люди не понимают ее ценности в современном мире. Современный мир не понимает ценности этого, но делать это невероятно важно.